Так, Верка, привет скажи. Привет. Всем привет. Куда мы приехали? Мы приехали в Wildberries, магазин. Один. Магазин, да. Верка начинает разговаривать вообще. С каждым днем все лучше и лучше, да? Привет. Пошли. Привет. Это кошелек у тебя маленький. Пошли посмотрим. Мама обувь заказала себе. Да, мы ее посмотрим, да, и тебе, наверное. Да. Вообще в магазин Wildberries экономит время. Вот. Не ходишь. А тебе не папа. Ну это да, мы тебе недавно покупали. Чтобы не ходить по магазинам, не тратить время, ты выбрал. Заказал, тебе прислали. Лужа, да, текет крыша, видимо, здесь. Видишь, ну заходи. Пошли, заходи, заходи. И не надо тратить время, шляться по магазинам. Заказал, прислали, пришел, померил, не понравилось, да. Отправил назад. Да? Спасибо. Ага. Ну просто они прям четко, по-моему, разбили, мне нравится. Не, ну они как бы и сидят вроде неплохо. Вроде качество такое похоже. Мягенькие, удобные, да? Да, по-моему, их или уже сбивали. На день второй, смотри. А я себе заказал кожаные ботинки. Такие Пьер Кардин с Парижа прям. Сейчас посмотрим. Сейчас же дождь, слякоть будет. Че, куда едем, бабушка? Бабушки на дачу копать. Куда едем, бабушки? Сам признался. Копать картошку. Все, едем на картошку к бабушке, да. Копать картошку. Антошку. 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 Копать пойдем. Картошку. Антошку. Антошку. Все, едем, давайте. Курочки гуляют. Алочка. А? Ты чего? Я чего? Ты почему всю картошку выкопала? А? Тебе работа хватит. Почему мне не оставила картошку? Тебе яму рыть. Там еще, папа, чуть-чуть картошечки осталось. Тебе яму рыть, Саша. Там работа еще дофигища. Кому яму рыть? Братскую. Мы будем братскую. С мамой таскать картошку. Да. Саш, ты кушать будешь? Да не, не хочу, я картошечки поел. У нас везде одна картошка. А с кем вы копали-то хоть? С Рамилей. А, с Рамилей? Ну. Ты ему рассказывай. Я же хочу, чтобы он все собрал. Сначала он соберет. А яму где ему рыть, расскажи. Вот так вот. Саня, смотри. Вот Сань. Так вот. Вот так вот. Вот так вот? Метров, метра полтора. Да. А где именно? Вот здесь вот? Ну, начинать вот оттуда. Картошечка. Вот отсюда. Ну вот. Отсюда? Ближе. Отсюда. Вот так, да. Вот где ремень там начинай. И докуда? Ну где-то вот так вот. Угу. Отсюда? Да. Глубиной так... сколько? Пару метров? Нет. Откидывай вот эту землю, будешь на вишню туда вот откидывать чуть-чуть, чтобы корневую прикрыть. Ладно. А на ревень надо? Ну, всю землю туда мы потом весной будем скидывать обратно. Это мы удобряем землю, да? Это мы сейчас все ненужное вкапываем в землю. Получается... Перегной. Перегной. Так это просто курица, она вообще, она тебя боится. Опа! Они ручные. Они ручные, они с бабушкой картошку копали. А, так вот с кем ты картошку копала. А ты одна что ли копала? Не, с Рамилей. И с курями. С курями.
Идеально. Все, ты просто начнешь копать, Сань. И это. Тихо, а потом тихо, уже тихо, будешь яму просто скидывать и ну, все. Ладно, ладно. Вилка, вот папа палец будет со своими курочками копать ямочку. Ты их в яму загоняй, чтобы быстрее процесс шел. Ой, а сейчас здесь прыгнет. Это туда потом в яму кинуть и этой лопатой порубать. Значит, подсолнухи вырвали, а оказывается, на нашей деревне есть самый большой подсолнух. Вон, видите? Вот тебе букет. Ага, спасибо. Цветов. Ага. Сейчас я вам покажу, баба, какой он большой. Вот самый это большой подсолнух. Мама, жду, жду тебя. Я Митюха. Вот смотрите, я к нему подошла, вот он. Вот я стою. Вот я стою. А вот он. Вот он. Вот я руку вытянула, мой рост 1.75 м. Руку вытянула и все равно. Видите, какой он высокий. Идем курочка. Курочка одна там ходит, да? О, иду, курочка. Сегодня будем все подчистую курочка убирать. Курочка. Все убирать, вырывать, все, закончился сезон. Жалко, конечно. Но пора готовиться к зиме. У нас тут работа полным ходом. Сейчас мы взялись за морковку. Варя вон морковку вырывает. Я ее перебираю. И все уже в яму скидываем. Все, выкопали траншею. Сейчас будем все цветы, всю траву вот эту укладывать туда. Я здесь, Вера. Здесь, Вера. Все вырывать? Да. Ты поломаешь, да? Да, я аккуратно положу, поломаю, порублю с лопатой. И это будет как удобрение, как торф. Оно будет в земле лежать, перегнивать. А! Вот морковочку мы перебираем. Давай, морковки-то мало у тебя, все ведро надо. Блин, куда камеру поставить? Вообще всю траву с участка будем собирать. И цветы все, все. Дям! Морковку только не ломайте. Смотрите, у меня какие. Давай, давай, давай. Умница мамина. И папина. Морковку не ломай только. Угу. Клади. Лопату прилиться. Клади. Давай, покажи. Огромющая морковь. Правда большая вообще. Монстрила какая-то. Вот покажи. Она лопнула, что ли? Пополам лопнула. Ну-ка покажи. Сочная. Угу. Представляешь, росла, аж лопнула. Мама морковку носит. О, самая огромная! Самая длинная это, наверное. Та самая толстая, это самая длинная. Морковка. Ого! Смотрите, какая длина. Большая, да. Баба, смотри, какая длинная. Как нос у Буратино прям. Как нос у Буратино еще длиннее. О, даже не влясит. До хрена там еще морковь? Нет, все, оторвала. Верочка, зайчик, отойди. Верка, ты тапки задом наперед одела, ходишь. Видишь, на ногах неправильно. Ты спрашивал про яму, вот, рассказывай. А я показал, вот мы сейчас кидаем и... Идет процесс у нас. Да. Ну яму, смотрю, маловатую мы выкопали. Придется еще расширять. Своими делами, вот процесс. Да, давай. Пиу.
расширили еще ямку чуть-чуть на полметра. То маловато получилось. А зелени еще сколько он рвать цветов. Все сюда. Фу. Спотел. Поту три ручья с меня. Ну уже осталось чуть-чуть.